Игра вначале была, как обычно, нервная. Было нервное начало. Ждали, пока соперник ошибется, где-то подавали очень слабо. В конце первой партии, конечно, дождались этого момента, начал соперник ошибаться, у нас прорезалась подача. И мы как бы свои очки на выбитых мячах взяли. А вторая партия уже была более так расслаблена, мы нашли свой игровой ритм. У нас пошла подача, нашлась игра в защите на блоке. Мы начали себя чувствовать раскованно. И за счет этого выигрывали там вторую партию. В третьей партии уже, так сказать, как обычно это бывает, после легкой победы в сете, следующий сет очень дается тяжело. Так и получилось, третья партия такая напряженная борьба была до последнего очка.